Мария Порошина сходит с ума. Выяснилось, кто отец ее ребенка. Актриса Мария Порошина опровергла слухи о том, что отцом ее ребенка является Ярослав Бойко. Мария Порошина, ожидающая рождения пятого ребенка, опровергла слухи о том, что ждет ребенка от Ярослава Бойко. Актриса заявила, что отцом долгожданного будущего сына является ее возлюбленный, который живет за пределами России. Вопреки предположениям и сообщениям в СМИ, с Бойко и его семьей ее связывают исключительно дружеские отношения. Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь. Я жду сына от любимого человека. Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко, к моему материнскому счастью, которые мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет. С семьей Бойко нас давно со студенческих подмостков связывают теплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам, нам еще предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей, заявила Мария. Порошина также подчеркнула, что она много лет пыталась спасти брак с Ильей Тревновым, но, к сожалению, потерпела неудачу. Актриса очень переживает из-за того, как сплетни и слухи, которые рождаются в желтой прессе, могут повлиять на ее детей. «Искренне сожалею, что не могу оградить от всякого рода интриг, лжи и негатива подрастающих деток и близких мне людей», – делится Мария. Поклонники и друзья просят беременную Порошину не волноваться, а бывший муж Марии Гоша Куценко и вовсе готов в случае необходимости взять воспитание будущего ребенка актрисы на себя. «Машенька, не нервничай только, я с тобой. Хочешь, я буду отцом твоего ребеночка? Опыт у нас есть, и он прекрасен», – обратился Куценко к Порошину в соцсетях. Напомним, что у бывших супругов есть взрослая дочка Полина. Кроме этого, от брака с Древновым у Порошины есть еще три дочки – Серафима, Аграфена и Глафира, младшей из которых нет еще и трех лет.